Светлогорск – визитная карточка Калининградской области. Город-курорт уютно расположился на самом берегу Балтийского моря. Светлогорск расположен на высоте около 47 метров над уровнем моря. На пляж можно спуститься на удобном фуникулёре, расположенном у вокзала, или прогуляться по широкой лестнице, ведущей к солнечным часам. А новейший променад манит прогуляться под шелест волн и крики чаек. Среди домов отдыха, пансионатов и детских оздоровительных лагерей в Светлогорске расположился уникальный многопрофильный санаторий «Янтарный берег». Санаторий «Янтарный берег» – здравница с историей и лучшими традициями санаторно-курортной медицины с 1983 года. Мы очень рады и довольны тем, что мы находимся в таком климатическом поясе, где наш воздух представляет собой как бы настой, которым мы дышим и который мы пьем как бы. Этот воздух насыщен ионами кислорода, отрицательными ионами, фитонцидами. И все это очень благотворно для приезжающего отдыхать из загрязненных территорий нашей большой страны, наших пациентов. Уже много лет в многопрофильном санатории «Янтарный берег» лечат не только заболевания опорно-двигательного аппарата, кардиологического, неврологического профиля, но и заболевания органов дыхания, пищеварения, эндокринной системы и гинекологии. Людмила и Сергей давно слышали от друзей хорошие отзывы о санатории «Янтарный берег», о целебной минеральной воде, особенных торфяных грязях и собственной янтарной комнате. И вот, наконец, им удалось приехать в Светлогорск. Регистрация в санатории пройдена, ключи от номера получены. Можно настраиваться на отдых и лечение. Сергей у нас получает процедуру грязелечения, так как у него имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Это остеохондроз позвоночника и артроз коленных суставов. На эти места мы ему положили грязь. Грязелечение имеет многовековую историю, но мало кто знает, что сюда приезжали отдыхающие более 100 лет назад для того, чтобы подлечить суставы с помощью тогда еще никому неизвестной чудо-грязи. Грязи, которые лечат в санатории «Янтарный берег», находится в 5 километрах от Светлогорска. Это бывшее прусское месторождение святого Стефана. За всю свою жизнь страдал и остеохондрозами, и артритами. Услышал про чудесные целебные грязи Янтарного берега Светлогорска. Вот впервые процедуру как бы получаю. Ощущения замечательные, даже пот выступил. Организм пошел на поправку. Очень прекрасно, здорово, просто здорово. Лечебный эффект торфяной грязи достигается за счет ее хорошей теплоемкости и высокого содержания органических и неорганических соединений, которые ускоряют регенерацию поврежденных тканей, существенно улучшают кровообращение и стимулируют восстановительные процессы. Второй немаловажный фактор и одно из главных преимуществ санатория «Янтарный берег» – это минеральная вода. Бювет, минеральные ванны, орошения используют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек, неврологических и гинекологических проблемах. Скважины расположены на территории санатория, и минеральная вода подается напрямую в водолечебнице. Воды великолепные. Они по своему составу являются натриево-хлоридно-бромными водами. Кроме этого, большой популярностью пользуется бассейн, работающий на минеральной воде. Для этих целей воду добывают из скважины глубиной до 1100 метров. Наш бассейн наполнен природной минеральной водой, которая идет из скважины. Значит, эта вода обладает успокаивающим, обезболивающим, сосудорасширяющими свойствами. На самом деле я первый раз здесь, в этом комплексе, и совершенно потрясена. Изумительная минеральная вода, настоящая, очень соленая. И плавала от души, особенно каскад, массаж всех зон, изумительно, великолепно. Не надо ехать в Тифлисские бани, можно у нас здесь принимать совершенно потрясающие лечебные свойства водички. Пока Людмила на себе опробовала свойства целебной водички, Сергей ожидал ее в комнате отдыха, а после они отправились на ужин. Стоит отметить, что питание в санатории сезонное, сбалансированное и диетическое. Ведь питание занимает одно из ведущих мест в оздоровительном процессе, поэтому никаких шведских столов. Система заказного меню позволяет отдыхающим выбрать блюдо в зависимости от вкусовых предпочтений.
Отдыхающие высказывают восторг и восхищение от посещения янтарной комнаты изюминки санатория. Человек, находясь в течение получаса в такой пирамиде, да, действительно успокаивается, да, снимает стресс, да, мы отмечаем снижение артериального давления, улучшение общего самочувствия, повышение иммунитета и как бы коррекцию биополя человека. Мы не можем говорить, что именно только одна эта процедура у нас излечивает больных, но вкупе с тем другим, что у нас есть, это, в принципе, дает достаточно хороший положительный эффект. В Светлогорск часто приезжают люди с заболеванием дыхательных путей. Климат на побережье способствует существенному укреплению защитных свойств слизистых оболочек, увеличению гемоглобина и выработке эритроцитов. Балтийское море часто штормит. Волны разбиваются о камни и непроизвольно создают микроскопические капли морской воды. А в сочетании с фитонцидами от хвойных деревьев это вообще кладезь полезных микроэлементов, необходимых для поддержания здоровья. Кроме того, в санатории широко применяются методики искусственного климатолечения. У нас в санатории имеется два вида пещер. Это галокамера, это соляная пещера с высокочастотным оборудованием, которое распыляет ионы соли. И спелеокамера, которая распыляет не только ионы соли, но и ионы различных минералов. Назначаются эти гало- и спелеокамера при заболеваниях щитовидной железы, при аллергических заболеваниях, при частых простудных заболеваниях с затяжным течением, пневмонии, бронхиты. Детям назначается часто болеющим. Ощущения очень даже такие специфические, скажем. Какая-то легкость, свежесть прямо ощущается при каждом вдохе. В искусственных пещерах комфортные кресла, приглушенный свет и спокойная музыка. Все для того, чтобы настроиться на лечебный лад. У нас достаточно хорошая лечебно-диагностическая база. И она не стоит на месте, она все время развивается. Санаторий имеет большой опыт и высокую квалификацию кадров в медицинской реабилитации. Пенсионерка Нина Туманова перенесла операцию на сердце и приехала в санаторий «Янтарный берег» по рекомендации на реабилитацию. Я наблюдалась у кардиолога Ларисы Ивановны. Я решила, это, мне кажется, человек, необыкновенно обладающий своими знаниями, имеющий подход и умение разговаривать с больными людьми. А тем более мы, люди, перенесшие операцию на сердце, особенно чувствительны вот, ко всем различным эмоциям. Так что у меня впечатление самое хорошее от санатория. Природа изумительная. Вот, обслуживание все на высшем уровне. Подлечить здоровье и отдохнуть здесь удастся на 100%. Об этом говорят отзывы туристов. А согласно статистике, 30% возвращаются в Янтарный берег снова и снова. И неудивительно, ведь здесь есть все, что необходимо для восстановления здоровья. Это неповторимые 7 дней, которые дали намного, прибавили здоровье, ощущение отдыха, какого-то восстановления внутренних сил, энергии. 7 дней, казалось бы, так много, а оказалось так мало. Столько много интересного, столько много мероприятий, которые, в общем, не охватить сразу все. Хочется еще и еще, и кажется, оставшихся 7 дней не хватит. Потому что есть и организационные моменты досуга хорошего, и мероприятия, которые поправляешь здоровье, и не только поправляешь, а прибавляешь его. И хочется здесь быть более 2 недель, можно и на месяц, и на 2 оставаться. Так что мы в полном восторге от Янтарного берега и советуем всем побывать здесь. Дорогие друзья, мы постарались вам показать все основное о нашем санатории и рассказать столько, сколько могли. Приезжайте к нам за здоровьем, а мы постараемся оправдать ваши надежды на хороший отдых и эффективное лечение. Здоровья вам, счастья!